Не хватает денег и на содержание Вечного огня в Парке Победы. Прохладное отношение к одному из главных символов памяти о погибших в Великой Отечественной войне демонстрируют в Департаменте городского хозяйства. Мемориал передан на содержание этому ведомству в январе 2017-го, и там оказались не готовы ни к обслуживанию, ни к финансированию Вечного огня. В официальном ответе чиновники пообещали, что огонь теперь будут зажигать только в дни воинской славы, таких в году всего 17. Сообщения об этом вызвали резко негативную реакцию мечей, а в областном правительстве пообещали вернуть мемориал на свой баланс, если в мэрии все-таки не смогут найти деньги.